В той самой тюрьме, того самого Линкольнского замка. Я уж не знаю, случайно так получилось или специально это сделали англичане, но заключена одна из четырех копий той самой Магны Карты, Великой Хартии Вольностей. Там внутри нельзя снимать, ее изображение легко найти в интернете. Но просто согласитесь, передовой документ для первой четверти 13 века, когда заставили короля англичане подписать договор, документ, который ограничивал бы его права. Есть копии Магны Карты, которые находятся в Британском музее в Лондоне. Есть Магна Карта в Солсбери, но вот это здесь, в Линкольне, может быть, и не высшим образом сохранилось, но тем не менее дает представление о том, как выглядел этот важнейший для британской монархии сегодня документ.